Мины, не разорвавшиеся боеприпасы создают огромные препятствия для мира, развития в течение десятилетий после окончания конфликтов. Разминирование остается важной проблемой в постконфликтный период. Азербайджан – одна из наиболее загрязненных минами и не разорвавшихся боеприпасами стран после освобождения территории от оккупации. На сегодняшний день вместо деревьев на наших землях мины. Конечно же, азербайджанское государство поступит наоборот.